Топ-10 интересных фактов о боксере Александре Усике. Факт номер один. Боксом Усик начал заниматься в 15 лет. Факт номер два. В 2006 году участвовал в чемпионате Европы в весовой категории до 75 кг. Дошел до полуфинала, правда, там проиграл россиянину Матвею Коробову. Факт номер три. Усик перешел в полутяжелую весовую категорию и в 2008 году завоевал в Болгарии Кубок Стрэнджа. Факт номер 4. Принял участие на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. В первом туре Александр с легкостью победил боксера из Китая Юшаня Ньяти. Факт номер 5. В 2009 году принял участие на чемпионате мира. Взял на нем бронзовую медаль, уступив в полуфинале россиянину Егору Михонцеву. Факт номер 6. В 2011 году на чемпионате мира победил россиянина Артура Батербиева, а в финале победил боксера из Азербайджана Таймура Мамедова и завоевал золотую медаль. Факт номер 7. В 2012 году принял участие в Олимпийских играх. В 1/8 финала он прошел автоматически. В четвертьфинале победил Артура Батербиева из России, в полуфинале победил Тарвела Пулева, Болгария, и в финале победил Клементе Руссо из Италии. Олимпийскую золотую медаль завоевал 11 августа 2012 года, одержав победу в финале над итальянским боксером Клементе Руссо. Все тогда его запомнили благодаря не только победе в играх, но и настоящему украинскому гопаку, который Усик сплясал после финального поединка. Факт номер 8. В 2013 году после ряда побед в полупрофессиональной лиге Александр Усик принял решение перейти в профессионалы и подписать контракт с компанией братьев Кличко K2 Promotions. Боксер рассматривал различные предложения промоутеров, был на переговорах в Англии и США, но в итоге остановился на идее сотрудничества с K2 Promotions. Одна из причин не только хорошие условия, но и то, что Усику не нужно будет покидать на долгое время Украину. Факт номер 9. После перехода в профессиональную лигу, Александр Усик нокаутирует всех, кто попадается ему на ринге. А еще он часто появляется по телевизору, например, снимается в рекламных кампаниях. Одна из нашумевших для МТС Украина. Факт номер 10. Александр Усик – болельщик футбольного клуба «Таврия». До 14-летнего возраста Александр занимался в детско-юношеской школе Симферопольского клуба. Был одним из самых перспективных игроков «Таврия-87». Также Александр Усик обладает множеством наград. Из них орден за заслуги второй степени, орден за заслуги третьей степени за весомый личный вклад в развитие отечественного спорта, достижение высоких результатов, укрепление международного авторитета Украины. Лучший спортсмен Украины 2012 года – по результатам голосования Sport.ua. Если вам понравилась новость, ставьте лайк, делитесь ею с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ни одного нового видео.